карту, куда надо было переводить реквизиты банковской карты, куда надо было переводить денежные средства от граждан. Она сама, то есть каждое утро или каждый день, по какой схеме она присылала вот банковские карты? Перед тем, как отправить деньги, я писала не все даты, каждый раз у меня менялись карты. Нет, и непонятно было, куда переводить, каждый раз я написала. Она мне присылала в виде сообщения, что денежные средства вы можете перевести вот на этот номер. Она сама отправляла каждый раз. И на те карты, которые она отправляла, я, честно, отправляла на чек. Я не могу на себя привести себя. Поэтому, то есть... Это не сложно, да? Сим-карту, да, только когда родственники прилетят.